Я сняла кинотеатр. На нашу первую годовщину свадьбы с мужем я долго думала, как его удивить и порадовать. Я обожаю устраивать сюрпризы, и для любимого человека хотелось придумать что-то особенное, запоминающееся. Он человек семейный, год назад он сам полностью организовал нам свадьбу мечты, и эту годовщину хотел провести в семейном кругу. Но не было времени все организовать, и идея сюрприза пришла мне сама собой. За полтора месяца я договорилась с кинотеатром, в который мы постоянно ходим. Сняла большой зал, позвала самых близких друзей и семью втайне от мужа. Конечно, не у всех получилось сохранить секрет, и за пару дней муж начал догадываться. Но это не испортило праздник. На большом экране вместе с семьей мы смотрели наш свадебный фильм. Пили шампанское, наслаждались моментом, и каждому было интересно, ибо главные герои этого фильма – все мы. А после с друзьями мы сняли большой стол в клубе и продолжили веселиться уже до утра. Вот такая теплая и веселая первая годовщина нашей свадьбы.